Привет всем, с вами Юрий Дмитрий Арашенко. Сегодня поговорим о тех изменениях, которые вступили в силу уже 29 октября, касаемо иностранных граждан, а именно теперь иностранные граждане пустят в Российскую Федерацию без полиса ОСАГО. Те иностранные туристы, граждане по различным причинам, которые въезжают в Россию на автомобиле, должны будут получить полис ОСАГО. Соответствующая норма закона была внесена изменению в законодательный акт Российской Федерации и вступило в силу 29 октября. Закон, который был перепринят Государственной Думы, вступает в силу 29 октября, установлено, что владелец транспортного средства зарегистрирован, если это транспортное средство в иностранном государстве, при въезде в Россию обязан иметь договор обязательного страхования гражданской ответственности. Эти полисы будут проверять при пересечении границы. Такая норма, опять же, исходя из пояснительной записки, которая была приложена к этому документу, должна избежать случаев, когда в Россию въезжают автомобили с иностранными номерами, владельцы которые не оформляют ОСАГИ. В итоге при совершении ДТП российские участники аварии оказываются незащищенными. Напомню, что не оформлять полис ОСАГО можно только при наличии международной страховки, то есть зеленая карта. Такой полис иностранный водитель получает в стране, гражданином которой он является, на срок от 15 до 365 дней. Действие зеленой карты закончится во время пребывания, например, в Российской Федерации, то в таком случае также нужно будет оформить ОСАГО в российской страховой компании. Напомню, что в принципе есть при въезде отделение страховых компаний, если водителю необходимо оформить полис ОСАГО российского образца, а также в иностранные государства, в том числе в любой, в принципе, стране СНГ, в крупном городе есть представительство страховых компаний российских, в которые также можно оформить полис ОСАГО. Если вы, например, перевозите автомобиль контейнером, то также, прежде чем на нем передвигаться, нужно оформить также полис ОСАГО в любой страховой компании. Таким образом, данный закон вступил 29 октября 2019 года и теперь является обязательным для всех иностранных граждан, которые въезжают в Российскую Федерацию на своем автомобиле. Спасибо, что посмотрели данное видео. Подписывайтесь на канал. Будем следить за различными изменениями в миграционном и других законодательствах. Всего доброго вам, счастливо!